Здравствуйте, дорогие мои друзья. Ну, снимать приходится в боевых условиях, поэтому не в защите уж. И, ну, не имется, знаете, накопилось селенок в моей, так сказать, душеньке. Хочу причесать нашего дорогого Сережу, Сереженьку Собянина. Как вот только первые новости смотрю, отчитался наш этот седой джентльмен. Отчитался, что он 620 миллиардов потратил на вот успешную борьбу вот с этим, с тем, с чем мы все время боремся. 620 миллионов, и он это говорит с гордостью. То есть сидел, свой язычок-то видно там, я не знаю, в чем он там все время мочит. Как ходят слухи, что некий балтийский коктейль, который еще ленинские морячки употребляли. Ну так Серега 620 миллиардов намыл. И при этом он, сколько из них, 100 потратил, значит, на помощь. А 600 на что? На перекладывание бордюрной плитки? Ну, друзья мои, да, похоже на то. Так что, друзья мои, как я воспринимаю, вот тут как раз смотрю, здесь вместо телек можно смотреть. Давно телек не смотрел, смотрю опять те же морды. Мишуста, плешивый мерзавец и второй там. И Собянин. 620 миллионов наших с вами денег он вкатал в бордюры. И при этом говорят, что все в порядке. Так что, друзья мои, седой джентльмен, вы его хотели уже как бы похоронить. Нет, он сидит. Он сидит и денежки считает. И запивает балтийским коктейлем морским. Так что не забывайте о нашем добром старом оленеводе. Конечно, друзья мои, большое, так сказать, большое легкомыслие, находясь в руках у этого седого джентльмена и его еще этого, кто второй там, министр Мурашко, находясь еще в их, как говорится, липких, в липкой паутине. Это из меня и самого зомби сделают. Но часто, знаете, можно, чтобы победить зомби, надо самим стать зомби. Возможно и так. Разные методики есть. Ну так что же, Сережа Собянин, я вернулся. Давай, жду в гости. Навещай, у нас здесь хорошо. С удовольствием. Приезжай, поговорим.